Ну, начнем с того, что меня зовут Светлана Аджи, Мининерин, Аджин Светлана, Биода Багдурида Ламонарвана, Аджин Болон Бичкан Бере, Дервин Юртев, Ирки Бюльтев, и как юкому, да, Москва Балсан ДД, Дусургуль Сурчана, Кюин Болхла, Армухуир Наста, Гурдак Чуй Кюкуно, да, Инкира, да, Индесуна, Бичкан Кюкуно, да, Болхла, Некджильте. Никогда не говорите «мендут», потому что когда вот люди говорят «мендут», всегда режет слух, и я всегда стараюсь переправлять. Бакшты, приходите в школу и не говорите «мендут», «мендифте», «мендифте». Вы сегодня в здравии, сегодня вот запомните это слово, что «мендифт». Или «сянхунифт», как вы сегодня спали, да, можно спросить. Или «эдритн ямарамболов», как ваш сегодняшний день. Тоже это относится к слову приветствия, да? Ну вот, ваше пожелание, что бы вы хотели от сегодня вводный урок, мы можем так просто побеседовать, что бы вы хотели от этих курсов? Освоить разговорную речь, да, то есть ситуации в магазине, в театре, да, в школе где-то, да, что, что именно? Хотите ли выучить юряли? Хотите? Да? Цагана, зулын, гарсыны, дрин, хрымин, да? Будем учить. Давайте вот следующему уроку, каждый урок будем тогда по одному юряли я буду давать, вы будете на следующий день приходить и говорить. Просто вот многие боятся того, что нужно будет какие-то задания выполнять, но без заданий вы не сможете учить. То есть если каждый день себя не заставлять и ничего не делать, то просто так приходить и отсиживаться тоже не получится. Потому что английский язык как дается вообще людям? Очень просто, потому что они усиленно учат, учат много новых-новых слов. Точно так же и в калмыцком языке, мне кажется, каждый день новое слово. Утром проснулись, новое слово выучили, это будет плюс. То есть уже багаж знаний ваш будет намного больше. Чем будет много слов, тем вам будет намного легче. Опять путают тоже, вот есть слово «танде» – «вам», «вам», да? Но все люди говорят «танде». «Танде» – это неправильно. «Танде» – это значит уважительно «вам», «вам», «вы», «вы». «Танде» – «югы экчанав». А обычно говорят «танде» – «югы экчанав», то есть получается «вам». А если обращается только одному человеку, то «танде» – уважительно «танде» получается. Да. «Экам дельгюрту йоуха экам келля». То есть «идти в магазин, мама сказала». Да? То есть в настоящем времени получается так. «Дельгюрте йоуха экам келля». Все правильно? Ну, переведите. Каждый день надо ходить в школу. А? Бакшингеры? Бакшингеры? Ну, тогда учительский дом будет, если так взять. А школа, ну, мне кажется, все-таки это более современная, ну, которую не перевести. А? Баксур, среднее образование, да? Ну, среднее образование у нас относится к ПТУ, ПТУ же в основном, понимаешь? Да? Экольце, начальная школа. Школа, да? А каждый день? Эдер Болган, школа, да? Эдер Болган. Угу. Даяна, малыш, давай. Школды өдір болғын. Йоқы. Йоқы керкте, да? Өдір. Өдір болғын. Өдір болғын – это каждый день получается. Каждый день. Өдір болғын, йоқы керкте. Вот тебе такое задание. Надо тебе каждый день ходить в школу, да? Завтра закончится карантин. Дальше. Просто смотрите. Можно знать несколько юряли. И под каждый случай можно говорить. Но при том, что знать смысл. Смысл. Понимаете? Смысл. Потому что одни и те же слова, они везде встречаются. Что хурмин юральды, гарсын өдрин юральды, зулын юральды. И самое главное, по смыслу это все подставлять. То есть получается, что опять же проблема, набор нужен нам слов каких-то определенных, правильно же? Да? Мы же не можем отдельно только на хурмин, отдельно только на зулын, отдельно только это. Можно знать несколько, но в один прекрасный момент прийти на какое-нибудь мероприятие и взять и сказать, понимаете? Но, да, да. Ну, не только Юрий Чинав, и все. Но, опять же, например, гарсын өдрин ода насынтмуту болтха, да? Опять можно его применить в зул, правильно? Зул, потому что хальмугут всегда берут нег-нега насын эмет. То же самое можно будет актуально сказать насынтмуту болтха. То есть не возбраняется, это не день рождения, не что там. Эльвык да эльвык болтха, пусть у вас все будет в плодородии, вот все можно сказать, да? Не, просто очень много людей ко мне обращается, в этом ВКонтакте, есть же очень много
соцсети, да, Вайбер, ВКонтакте, они пишут, как мне произнести, как мне сказать. И в Вайбере есть хорошая функция начитать, да? То есть берешь URL и начитываешь. Я думаю, что если вы мне напишете в Вайбере или ВКонтакте, я с удовольствием вам обязательно его прочту, произношение, и не будет этого с этим проблем. Да, могу я поставить там, да? Конечно. Да, начитать, конечно. Ну, с стороны, это тоже правильно, потому что если с малых лет уважение воспитывать в детях, я думаю, что они и дальше и читаган хамдан, аутаган басы, кюндлят басы, яхы кюндхэ. Уважение. Это че, да? Тебе скучно, да? Я тебе на следующий урок дам задание, и ты будешь учить его, окей? Хорошо? Да? На биуда индер наран эрсендан икі байртав бяна, втерюнга гихля ода тана күслеги бемедув, таднода халмы келян дасқар сейджинат, ода тыймы төрскінші есет кілта улыз бяхля, мана халмы келін дейлгірет бяхгі жи биуда дотран сэнджинам. Наран эрсендан бибарлжана, ода сән менде байртахар жай? Тегей?